Доброго времени суток, народ, с вами как обычно Джесс, и мы продолжаем проходить Outlast 2. В общем-то, дело движется к завершению, я так понимаю, полным ходом. Как-то похоже на то. Вот, и пока мы тут ходим вокруг бассейна, я понимаю, что нам туда, но надо немножко времени. Вот оно что. Сейчас, тогда подождите. Короче, я что хотел сказать. Вышла игра, называется What Remains of Edith Finch. Очень советую, она недолгая, часа два, но прям вот... Ну и такая она на самом деле, на любителя, просто из-за того, что это получается интерактивное кино практически, но прям вот за душу берет. Очень советую, классная игруля. В Стиме недорого стоит, 450 рублей всего, так что... Я вижу, что там кто-то ломится из кабинки, из правой. Я снимаю на. Кто там ломится? Так, я понял, короче, смотреть тут нечего. Надо не забыть развернуть и вставить в конец видео вам этот фрагмент. Кто ломится? Прекрасно. Со мной никого? Капец. Не шибко-то тут уютно. Но я знал, что тут будет. Когда я увидел школьные душевые, я сразу все понял. Потому что этот момент был в трейлере, вот с этим вот конкретно. Дайте помоемся. Ну алло. Мне должно стекать по очкам. Блять. Скажи мне, ну за что ты так со мной, а? Как тебя зовут хотя бы? Девочка. Джессика. За что ты так со мной? Ты меня ненавидишь? Ты хочешь, чтобы я умер от сердечного приступа? Иди на свет, Блейк. А? Туда? Открывай! О, черт. Сзади нету. Мы в порядке. Фу, ладно. Блейк. Я все еще пытаюсь его назвать Итаном, пугается гораздо сильнее, чем мы. Ну хотя Джессика, да, Джессика, я от Джессики чуть не кончился там просто на месте, блин. Сучка маленькая. Да я и сам хотел эту дверь проверить, что вы думаете, блин? Этот звук при подборе бинта или батарейки, он прям... Отлично соответствует происходящему, не так ли? Давайте не будем закрывать дверь. Камера, не сходи с ума. Вот она. Вот зачем мы сюда пришли. No. Is... Я понятия не имею, что здесь написано. Вот верите, прям вот. Не знаю. Даже близко. Не знаю, если кто-то понимает.
что там должно быть, по идее, написано, то напишите в комментах, я буду рад. Будем вместе с вами познавать игру. Вот меня тут, например, просветили сегодня, что Лэрт и Ник были сиамскими близнецами. Грёбаные уроды. Это под нами, да? Кровушка течет. Джессика. А, в каком-то таком... Fuck. Help me! Blake! Даже не знаю, чего я бегу, я просто побежал. No! Класс. Нахер, нахер, Джессику. Лезем наверх. Я весь в этой крови, охренеть. Стоп. Хорошо, мы вернулись в реальный мир. Твою мать. А вот и кровавый дождь из трейлеров. Прекрасно. Откуда я хотя бы вылез? Не-н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 е
О, там что, состав стоит? Там состав стоит, смотрите. Прикольно. Капец. У нас тут предзнаменования апокалипсиса продолжаются, между прочим, по ощущениям. Если я просто вверх посмотрю, меня сильно будет заливать? Нет, не будет. Давайте посмотрим, что он скажет насчет этого. Raining blood. Dripping off her shoes, I think. No. Just... I try not to step in the blood, because I didn't want to leave tracks. Чего? Блейк. Пожалуйста, стань чуть немного рациональнее. Я постараюсь поменьше включать в этой серии ПНВ. Потому что мне чертовски нравится, как это выглядит. Это, по-моему, потрясающе. Red Barrels. Чертяки. Молодцы. Какая жесть. Почему фонарь видно просто белым? Где-то должны быть еще головы на пиках. Заблокировано, ну и ладно. Печалиться не стану. Блин, вы посмотрите на эту картинку, а ну это же просто... Отлично. Прекрасно. Голгофа. Слушайте, это же тоже, наверное, в обратном было направлении, да? Ну, я так подозреваю, это очень похоже было, как будто это надо тоже перемотать. Точнее, развернуть. Вот опять. Все, мне не нравится этот шепот. Этот шепот меня пугает куда больше ругани Лерда и ора в бабке. Серьезно. У меня аж съеживается все внутри. И еще один прекрасный кадр. Не, может, со мной что-то не так, но... По-моему, для хоррора это замечательная картина. Высший класс. Кто?
Так, хорошо, меня тут закрыли, и что дальше? А, не сюда, наверное, да? Ну, кто на меня будет бросаться? Голова. Конечности. А, голова прикатилась. Ты хорош там шептать, алё. Вы меня не напугаете? Я от Марии бегал. Блядь. Блейк, сука! Не маши руками. Что там происходит? И где? Привет, мужик. Ладно, внутри, я думаю, что с мое стремление поменьше включать ПНВ не действует. Оно просто бессмысленно здесь. Здесь ты не портит великолепную алую картину. Блин, ну давайте выходить, что делать. Мне, конечно, очень хорошо и уютно в этой бочке. Кто и где издает эти странные звуки? Плохое место. Тут крючья болтаются. Блять. Сейчас что-то будет, ребята. Готовьтесь. Долго это спокойствие не продлится. Так, я хотя бы услышу, если кто-то со спины пойдет, наверное. Если мне его не заспаунят за спину. Да что за херня? Здорово. Нормально. Мы пытались вернуть ее назад, перед врагом разорвался. Но они... Стой, Лин? Ты видел ее? Они убили нас. Они счастливые, что они убили. Уходи! Мы должны уйти. Мы должны уйти. Капец, мужик, у тебя... Мужик, ты куда? Мужик, ты где? Куда ты ебанутый убежал? Здесь я закрыл дверь и сказал, что если что, со спины не придут, я понял. Дальше, а, вот сюда. Сейчас что-нибудь еще будет, да? В школу. Ну, конечно. Игра, почему бы тебе не перестать? Я, конечно, все понимаю. Но, может быть, мы как-нибудь договоримся? Я хотел бы побольше сюжета там, на данный момент. Со школы начинали, школы продолжаем. И не будь еще и заканчивать будем школы, потому что школа, 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 школа. Ладно, я на самом деле не жалуюсь, просто... Просто в школе страшнее. Кто что долбится? Где кто долбится? Бинты. Плохой знак. Они нас убили. Повезло тем, кого убили. Что они с вами делали, если... Извините меня. Повезло тем, кого убили.
Хотя, учитывая наклонности Вэлла, я подозреваю, что они с вами делают. И в таком случае готов согласиться. Это тоже нихера не страшно. Я вообще тут как бы рассуждаю о степенях кошмара. Вы мне тут, блин, пытаетесь скример какие-то подсунуть дешевые. Blake against the machine. А, что значит обернись? Обернись, значит, обернись, но это тоже нихера не страшно было. Это было, в общем-то, ожидаемо довольно. А чё? Здесь я тоже мог попечатать в чат? А, я тебя вижу. Общество поддержка, надежда, молитвы для католиков в унынии или тревоге. Кто главный? Мой муж говорит, что всему происходящему есть причины у Господа на все свои планы, но еще он говорит, что свою судьбу нужно делать своими руками. Это печатание не очень, ой, пика не очень мешает читать. Если вы чего-то хотите, вы должны изменить на своем пути все, чтобы это произошло. Я не хочу говорить, что он сам себе противоречит, потому что ему будет неприятно это слышать, а иногда он поднимает на меня руку, но я чувствую, что не могу ничего поделать, и что я сама виновата. Как будто мне достается худшее со всех сторон. Так. Джессика, иногда у меня такое, тоже такое ощущение, даже очень часто. Ты взрослая? А мне почти 50. Думаю, глупо такой взрослой женщине так волноваться. Наверное, мне даже не стоит быть здесь. Джессика, это не глупо. Я просто хотела знать, что ты делаешь, когда твой муж поднимает на тебя руку. Делает тебе больно? Можно ли вызвать полицию, если такое случится в твоей семье? А, Джессика? Охереть. Устроилось ли это представление? Круто. Не знаю, сегодня серия какая-то просто невероятного визуала. Еще одно сообщение, которое пойдет в конец. Так, меня зовут сюда, но я пойду туда. Я теперь буду оборачиваться только так, чтобы в случае чего не поймать скример. На Джессику поднимали в семье руку. Спокойно. Спокойно. Нет, не пойду. Или пойду? Нет, пойду. Итан, блин, соберись быть мужиком, в конце концов. Ты не Итан даже. Ты Блейк. Я буду называть тебя Итаном, потому что я запарился под эти имена. Ты что, думал, в сказку попал, что ли, а? Здесь нихера нет. Зачем меня сюда позвали? Так, давайте перечехлим батарейку сразу, потому что я не хочу это делать на бегу. Обижать сейчас придется. Воу, это что такое было? Это был вздох?
Так, спокойно продолжать говорить. Очевидно окно? Ничего? Ничего. Я абсолютно не понимаю, что Джессика говорит. Так, сейчас что-то будет, да? Вот тут дверь приоткрыта, давайте сходим. Be careful what you see. Так, спокойно. Говорю, все нормально, никаких некроморфов. Help me. Это читаемо, это легко. Блин, Блейк, мне тоже сыкотно. Джессика. Или это Лин? Нет, это Джессика. Мы тут не одни. Стоп. Это не тот коридор. Это тот коридор. Значит, нам надо вниз. А, с этой стороны не пройти, я понял. Спокойно. Все в порядке. Все в порядке. Блин, мне не нравится это нагнетание. Сейчас что-нибудь случится, и я посидею. Причем посидею наполовину, и это будет очень некрасиво. И наверняка кучу каких-нибудь неприятных моментов в школе пропускаю, просто потому что я слишком мало верчу башкой по сторонам. Уа! Ладно, все вроде нормально. Ну, кроме Джессики, на которую я забил. Блин! Мать! Нет. Лезть языка сто нечто. Ладно, все вроде происходит нормально. Твою мать. Я упал в какой-то чан с кровищей. Класс. А вот и оно. Я говорил, что будут головы. Я говорил, что будут головы. Фух, ладно, пойдемте. Пойдемте ко мне вперед. Точнее, не придумаешь, твою мать. Я в шкафу себя отлично чувствую. Ладно, это было на самом деле тоже не особо страшно. Я как-то уже не знаю. У меня паника прошла первоначально. Чтобы ползти, нажми С. Зачем мне? Ой. А, вот сюда мне, да? Давайте посмотрим сначала. Я не хочу по битому стеклу ползти. Вот, например, батареечка есть. Вы что, хотели, чтобы я не взял батареечку? Да, да, да. А?
Я все смотрю, все ищу. Знаете, кстати говоря, я хотел давно уже это просмотреть. Блин, сколько же я всего пропустил-то, охренеть. То есть реально много. Ну, как я говорил в начале, если я буду все пытаться найти, я очень много... Так, штуковина, а тебе вообще так удобно? Ну ладно. Так, я все понял. Ты там пока делаешь что-то непонятное, я тоже пойду и сделаю что-то непонятное и занапишу шкаф. Вот в этот, на этот раз. Очень странные звуки издают. И у этого товарища хватает мозгов проверить шкафчики. Дружок, давай-ка собери свои половые органы в кулачок и дуй отсюда. Скотина. Что с этой херней вообще не так? Скажите мне. Привет. Ты так и будешь тут ошиваться теперь? Давайте попробуем. Нет, спокойно. Мне отлично в шкафу, он там где-то шарится и пришарится. Давайте мы, наверное, с вами здесь и закончим, что ли, тогда. Потому что как-то я не вижу просветов вообще никаких, он хрипит прямо вон тут. Так что, большое вам спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, друзей приводите, комментируйте, я всему буду очень рад. Всего хорошего, пока!